Poi sposto su di me. Sì. Prima questo. Ve le lascio qua, se volete mangiatele. Buon amore. Si tocca. Come è meglio. Buon appetito. Amore, объясни, пожалуйста, что ты кушаешь. Spiega, per favore, cosa stai mangiando. Sto mangiando un gambero in tempura insieme a un fiore di zucca, una frittura giapponese tempura che è molto delicata. Ну, что у нас здесь получается? Креветочка. Креветочка обжаренная. Ну, креветка большая. Обжаренная в темпуре. Очень хрустящие, вкусные корочки. А это цветок кабачка. Он очень вкусный, обжаренный именно в таком виде. С меланзанами, с баклажанами и с помидорками. В принципе, такой же процесс, только меланзаны здесь, я так понимаю, перекрученные, перемолотые. И посыпанные творогом соленым. А вот эта рыбка называется ричола. Ричола. В соусе. Попробуем. Она такая мягенькая остается. Cioè, secondo lei e sua moglie è così ingestibile? E insomma, no, però, voglio dire, è altalenante. Oggi gli piace la carbonara e fra 5 minuti invece vuole una minestra. Va bene, ma è importante che...